Привет, ребят! Новогодние рисунки продолжаются. Я нарисую, наверное, миллион рисунков на этот год. На этот Новый год. Давайте нарисуем что-нибудь интересное. Я сегодня рисовать буду не елку, не елку. А вот догадайтесь, что я рисую. Я думаю, вы знаете, потому что вы смотрели, нажали на кнопочку и смотрите, что я рисую. Давайте я нарисую для вас что-то необычное. Давайте представим, что вы не видели, что я уже вам показал. Сегодня я рисую необычные часы с кукушкой. Мне кажется, это достаточно новогодний подарок, что ли. Я рисую часы. Я нарисовал кружок и стрелочки. Здесь я нарисую палочки. Вот так вот. Получается часы. Обычные часы, ничего сложного, нарисуйте. Теперь я нарисую кукушку сверху. Сверху я нарисую кукушку. Вот тут она сидеть будет. Такое окошечко для нее. Здесь дверцы, они открытые. Почему открыты? Потому что Новый год, и она кукукает. Но еще до Нового года еще далеко. Она, можно сказать, просто вышла и такая говорит: ребят, вы там готовитесь к Новому году? Я тут сижу, скоро уже буду куковать. Здесь нарисую маленькую птичку. Такую маленькую птичку. Она такая сидит и просто смотрит, как вы там без нее. Хорошо ли? Хорошо. Нарисовали. Теперь нарисуем просто крышу. Крыша вот так идет. Крыша. Такой треугольничек. И еще так и так. Пока что не заканчиваю, потому что мне хочется нарисовать здесь толщину, сам корпус моих часов. Они вот такие будут. А вот теперь я закончу. Чтобы было понятно, где крышу заканчивать, я теперь закончил ее. Теперь интересно. Я знаю, что часы с кукушкой работают не на обычном заводе. Так чик-чик-чик заводить надо, а нужно рисовать гирьки. Из-за этого я гирьки нарисую, но я их нарисую так, чтобы они вот были. Но не очень длинные. Я знаю, что они длиннее гораздо. У меня в детстве были такие часы. Я прям балдел. Каждый день смотрел на них и заводил. Не забывал гирьки тянуть, чтобы они шли и меня радовали. Здесь нарисую маятник. Но маятник мне придется нарисовать сзади моих гирек. Вот здесь я нарисую маятник. Вот так. Раз и два. И сюда он идет. Вот так. И вот так. Маятник нарисовал. Так, еще я хочу нарисовать маленькую елочку, потому что здесь чего-то не хватает. Вот, прям вот здесь вот что-то такое маленького. И прям мне кажется, она здесь подойдет очень даже хорошо. Такая вот елочка. Раскрасим. Раскрашиваю я масляной пастелью. Начнем с елочки, потому что она здесь стоит одинокая такая, ждет, когда ее нарядят. Я люблю, когда елки красивые такие елки, мне нравятся. Теперь раскрасим часы. Часы у меня будут оранжевые. Мне нравятся такие светлые, яркие часы, чтобы они были яркие, хорошие, веселые, чтобы они радовали глаз, когда на них смотришь. Смотришь и думаешь, какие у меня красивые часы, оранжевые. И когда смотришь с утра на них, всегда хочется проснуться и сказать: ху-ху-ху-ху-ху-ху! Так, теперь красным. Крыша будет красным. Ну, не совсем красным. Я немножко потом добавлю черного, еще какого-нибудь. Гирьки у меня будут черные. Гирьки я люблю, чтобы черные были, как у меня в детстве. Отлично. Центр у меня будет желтый. Желтым крашу с желтым. Отлично. Здесь тоже желтый маятник. А вот птичка, наверное, у меня будет голубая. Голубая птичка сидеть. Необычная птичка, кукушка голубая. Но, наверное, бывают и такие птички. А вот воротца будут такие темно-бордовые. Темно-бордовые. Здесь немножко побольше красного. И здесь побольше красного. Ху-ху, получается хорошо, мне нравится. Стрелки у меня черные, все хорошо. Что же еще я хочу нарисовать? Наверное, хочется что-то еще нарисовать. Наверное, я хочу взять черный мелок и нарисовать узоры. А какие узоры? Я умею рисовать точечки. Если вы умеете рисовать точечки, то все у вас хорошо будет, потому что вы нарисуете вот такие вот точечки. Ух-ух. А еще можно взять темно-бордовый, вот тот же самый, и нарисовать такие вот палочки. Как будто бы ваша избушка, ваши часы сделаны из палочек таких, из бревенышек. И настоящая избушка.
Тоже классно. Тоже классно. И теперь немножко зелененького на елочку. И все. Сегодня мой рисунок закончен. Он простой, новогодний. Я надеюсь, что он достаточно новогодний. И что Новый год можно встречать вот именно с такой вот и красивой птичкой. Здесь, наверное, черненьким надо закрасить, чтобы было, как будто она в темноте сидит такая. И такая, ку-ку, 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 скоро-скоро Новый год. Скоро-скоро Новый год. Я люблю Новый год, ребят. Вас поздравляю с Новым годом. Желаю всего хорошего. И нарисуйте что-нибудь такое прикольное, что вроде бы не новогоднее, но вроде бы и очень даже приятно смотреть на это. До новых встреч, пока-пока.